Так, вот такой вот Sony интересный аппарат. Проблема первая, то что шлейф основной здесь, который шел в голове, отсутствовал. Разъемы были вырваны. Вот, и все это дело выглядело довольно плохо. Вот так вот. Вот. Ну, в общем, что пришлось мне делать? Здесь 18 дорожек. Вот, 18 проволочек я напаял. Такой провод хороший. И будем это соединять с головой. Посмотрим, что получится. Надеюсь, вообще сам аппарат живой. Поэтому я как бы не знаю, живой он или нет. Рискую, но интересно, чем это все закончится. Таких вот 18 проводов. Нереально найти шлейф, практически нереально. Мало того, даже если бы я нашел шлейф, был раздолбан разъем с одной и с другой стороны. Такая необычная магнитола, в том плане, что у нее два экрана. Вот это экран здесь, и сзади вот этот маленький. Сейчас это все сниму, разберу, буду паять. Так, вот сама голова. Сюда идет шлейф. Тоже все обдерто, ничего нет. Короче, такое печалька. Будем это все запаивать. Слава богу, настолько, ну, ножки-то они маленькие, но нас спасают вот эти контактные площадки, как и здесь я это сделал. То есть от ножек идет на контактные площадки, ну, на контрольные, вернее, да. Я здесь это пораспаивал, поэтому, скорее всего, здесь также сделаю, а там уже будем смотреть. Тут панель снимается, вот вторая, которая основной экран там, красочный такой, судя по видео. Это второй экран. Так, ну что, час паял, он такой жмут напаял, 18 проволочек, выходит это сюда все. Будем пробовать, как это будет работать, но, надеюсь, заработает. Так, ну, тут уже немножко пошел текст. Что-то тут, короче... Опа, нагля. Смотри, пиздец. Ой, извиняюсь. Я в шоке. Заработало. Я в шоке, просто в шоке. Заработало. Это просто жесть. Работает. Радости полные штаны. Я думал, она не заработает. Реально. Круто. Да. Вот это да. Заработало.